Есть, конечно, балеты, которые без сюжета, которые не имеют каких-то историй, но все равно, если я танцую не соло, если я танцую в паре с партнером, то все время приходится делать какие-то отношения между, как два человека, мужчина и женщина, между ними что-то есть. И когда зритель видит, что это не просто движение, а отношение между мужчиной и женщиной, то зритель верит и понимает, и хочет тоже почувствовать то, что мы хотим передать. Это не остается равнодушным. Она действительно чуть-чуть повторяет судьбу вот этих балерин 19 века, которые гастролировали, путешествовали по Европе. Сегодня она в Италии, в Милане, завтра она в Париже, послезавтра... Это как норма жизни. Регулятор или в ящике у себя? Я сейчас работаю с семенякой, все спектакли, и очень довольна работой. В Мариинском театре я работала с Ольгой Моисеевой. Она была для меня как вторая мама. Сейчас я думаю, что семеняка – это мой такой главный наставник сегодня. И для меня очень важно работать с ней. Я делаю свою роль, я всегда думаю о том, какое отношение у меня должно быть не просто к партнеру, как к человеку, а как к герою, который рядом со мной на сцене танцует. Вот. Поэтому все время, не зависит от того, кто сегодня со мной партнер танцует, все равно история одна.
партнер помогает глубже взять эмоции, вытащить из себя какие-то чувства, которые еще не переживали на сцене. Это очень помогает, когда эмоциональный партнер рядом. Тишины после окончания музыки, взрыв аплодисментов, это очень вдохновляет, и ты понимаешь в этот момент, что все, что ты делаешь, это все не зря, это все нравится людям, и люди вдохновляются, и для меня очень важно поведение публики в зале. Что сегодня танцевала Терпсихора. Она замечательная, она замечательная. Я такое удовольствие сегодня получил огромное. Я рад, что я попал на этот спектакль. Я сегодня прилетел из Краснодара и сразу же на спектакль. Так что я рад, что получил огромное удовольствие сегодня. Ну, два слова. Что мне она очень понравилась, очень элегантная, замечательная балерина. С прекрасной фигурой, великолепно танцевала, и я получила просто большое удовольствие. Вы знаете, эти цветы мне подарила Светлана, я так счастлива, это такая прелесть. Но она еще прекрасна. Она от Бога.